Я снова всех приветствую из Одессы. 22 мая 2024 года. У нас очередная воздушная тревога за сегодняшнее утро. Объявили ее в 10:32. Причина – это разведбеспилотник, который летит в направлении то ли Одессы, то ли Одесской области. Вот, может быть громко, его могут сбивать. Поэтому такая вот у нас обстановка. В последнее время начали давать тревогу даже из-за разведдронов. Причин несколько, я о них уже сообщал неоднократно. Повторюсь, мне несложно. Во-первых, его сбивают, могут упасть обломки, как на людей, так и на куда угодно. Вот. И, соответственно, может быть корректировка огня в режиме реального времени. То есть летает беспилотник разведывательный, передает координаты, данные и, соответственно, наносится удар как авиационный, так и баллистический. Баллистика долетает просто за считанные минуты. То есть беспилотник передал данные, запустили ракету, ракета прилетела. Все это происходит очень быстро, поэтому тревога объявляется превентивной. Хоть как бы непосредственно угрозы разведдрон не несет, но угроза от него все равно присутствует. Ладно, прошлого дня, до встречи, пока.